Sveiki, mėlyje. Taigi, pas mus eilinį kartą, ne, neįlinį kartą svečiuojasi Nikolajus Burovas, suverenas, ir jis norėtų tarti jums porą žodžių. Так, Николай, скажи свои мысли. Сейчас где ты там находишься? Приветствую вас, друзья. Я нахожусь в Шауляй. И если вы хотите заниматься действительно изучением чего-то, вот мы общались немного, и очередной раз пришли к мысли и заключению, что изучение требует какого-то источника знания, например. И если он вам нужен, вы просто, первое, ищите, кто этот источник знания несет, ищите практику, кто дает. Обязательно проверяйте, чтобы это работало, сами лично, берите на себя ответственность. Если вам нужен какой-то документ, создавайте его так, чтобы вы могли его потом применять на практике. И если вам нужно, например, как я делаю свою форму волеизъявления, можете обращаться к представителям, которые есть, к информации, источникам на сайт, везде все это искать, заказывать. И у вас будет свой документ, опираясь на который, как источник знания, вы можете хотя бы его посмотреть, почитать. Никогда не знаешь, где могут в интернете что-то поменять, закрыть, или где этот документ может потом вам понадобиться в будущем. И может быть разные ситуации, когда вы ждали, думали, что потом сделаю, потом, а потом окажется, что надо было делать еще вчера. Поэтому относитесь ответственно к своей жизни, начинайте изучать правовую тему, изучать вообще право и двигайтесь в направлении права с точки зрения именно практики и ответственности, общаясь с теми, кто тоже такой же ответственный, разбирается в теме, изучает и берет на себя вот эту ответственность. Поэтому берегите себя и развивайтесь. И еще насчет книг. Николай оставил там парочку-троечку книг каких. Если что, через меня можно их приобрести. Связывайте со мной. Я правду говорю? Конечно, да. Вот связывайте со мной по контактам. Вот здесь внизу напишу тоже. Если кто хочет приобрести, милости просим, так сказать. Ну что еще пожелать там? Все как бы. Мне хорошего пути. Хорошего пути нашему гостю. Ну ką, išlydim svečią в целости и сохранности, как говорят. Įlipo į traukinį, Šiauliuose, Vilnių pasitiks į žmonės. O mūsų misija kaip ir baigta tam kartai. Sėkmės visiems ir žinių.